Всех приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Роман, вы нагнали Руинер на гейм, и мы начинаем новое полное видео прохождение игры Call of Horus Gunslinger. Давайте начинать. Новая игра. Мы играем в истории. И давайте на обычной сложности начнем играть и начинаем. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the tin stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair trigger temper. Made him dangerous as hell. Hell yeah, пацаны, начинаем. Это наша первая миссия, и я, давайте расскажу, играл ли я в предыдущей части. Я играл в какую-то древнюю-древнюю часть 2007 года и играл в Call of Horus Cartel. Так что только я в две игры каких-то играл. It was about 30 years ago. Это произошло около 30 лет Billy тому назад. In an abandoned farm near Stinking Springs. Wow. I threw in Stinking Springs, штат Нью-Мексико, 23 декабря 1880 год. But before I tell you why I want that some bitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha. No, Steve. The other kind of funny. Так, ну мы что, идем вперед? Есть, видите, стоят коровы, дойки. Нам, видимо, вон туда, дальше. Где кресты нарисованы, туда, вот, видимо, надо идти. Нажмите сюда, чтобы вернуть в убежище. Где она? I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Отлично. Так, что такое? Вы зарабатываете опыт, убивая врагов. Опыт необходим для перехода на новые уровни и получения дополнительных способностей. Нажмите. Короче, а что продолжим? Мы продолжаем. Was it Pat Garrett's posse? Oh, yeah. Да. А вас отбирать можно? Да. Автоматически. А, лошадь. Лошадка. Го-го-го. Не хочет лошадку убрать. Ладно, давайте без лошадки. Давай, где? Так, заряжается. Отлично, отлично, пацаны!
Эта игра мне уже нравится. Давай. Эх-ха. Так. Секрет. Война в графстве Линкольн. Война в графстве Линкольн является одним из самых знаменитых примеров так называемых войн за угодья, которые вспыхивали на Диком Западе. Обычно вокруг прав на свободные угодья обычные разногласия возникли по поводу прав на землю или воду. Но тут речь шла о торговле в графстве Линкольн. Раздор возник из-за конфликта интересов между фракцией Мерфи и Дона и новоприбывшим англичаном Джоном Танстеллом при поддержке Александра Москвина. Ну, а наш русский даже здесь указан. Обе стороны ради продвижения своих интересов прибегли к помощи юристов, предпринимателей и преступных организаций. Мерфи и Долан имели связи с бандой Джесси Иванса, известной как «Парни». Последние были ответственны за смерть Танстелла, что стало сильнейшим катализатором конфликта. На другой стороне сражались регуляторы, в состав которых входил Уильям Бонни, известный как Билл Кит. Стрелки по обе стороны были проверенными разных шерифов, поэтому формально все они до некоторой степени действовали законно. После поражения регуляторов некоторые из членов банды подавались в бега и... Так, например, Билли Кит встретили предвременную и насильственную смерть. О, да! Новый левел. Вы достигли нового уровня. Нажмите Back, чтобы открыть меню навыков. Давайте открывать меню навыков. Теперь у вас есть одно очко навыка. Перейдите в одну из трех категорий и приобретите крайний левый навык. Хорошо. Рейнджер, меткий стрелок на больших расстояниях. Зверолов, боец ближнего боя. Стрелок, отчаянный герой с двумя стволами. Не знаю, что здесь качать нам, пацаны. Я даже не думаю. Так, у нас здесь, короче, пистолеты. И здесь на больших расстояниях зверолов. Мы качаем ближний бой. Да, а нет, тут даже можно выбирать, да? Орлиный глаз. И здесь у нас... Нет, я хочу вот это. Не хочу их читать даже особо. Ну, ладно. Мы продолжаем. Мы продолжаем играть в эту охеренную игру. Есть курочки. Сама бич! Сама бич! Сука! Давай! Тихо, тихо! Отлично, отлично, мужики, отлично! Так, вы можете вернуться от пули, только когда индикатор чувства смерти полностью заряжен. Вау! Вот это нихера себе! Вот это игрушка, пацаны, реально, она стоит очень дешево в Стиме, если у вас есть деньги, приобретите, не пожалеете, очень фаново стреляться, хотя не думаю, что это всегда так надолго, это меня... О, хорошо, бам-бам! Я дед бам-бам! Где? Кто стреляет? Что, сволочь? Бастард! Сама на бастард. Эй, эй, я застрял. Попал, попал. Эй! Шесть револьверных патронов. Так, нажмите, чтобы... А, нет, надо просто нажать. Так, сюда. Хэдшот!
Эй-эй-эй. Тихо ты, тихо. Ой. Так умереть недолго, мужики, ну так и честно. Кровище, конечно. Просто пруд пруди. Здесь, кстати, пруд. Прудецкий у нас здесь нарисовался. Прудецкий и... Туалетский. Да, туалет. Туалет у нас здесь есть. Что у нас здесь есть? Интересно, двери закрыты, конечно. Но это линейная игра. Это что здесь думать-то? Давайте осмотримся. Вдруг здесь какие-нибудь записки есть охотников. Мало ли. Вдруг они сюда что-нибудь закинули. Или новое оружие. Хотя я думаю, новое оружие не и так должны дать. Использовать. Полезли наверх. Давайте осмотримся. Думаю, нам лишний левел никогда не повредит на самом деле. Ха. Ничего нет? А если я сейчас отстрелю? Так, ладно, побежали, побежали, побежали. Интересно, что будет, если я прострелю бочку? И ничего не произойдет. А если вон те бочки? Тоже ничего не происходит. Ну ладно, посрать, заходим. Таким образом... Ой, свой. Грязный Дэйв! Дэйв, 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 Дэйв. And upstairs I found Billy and Charlie Boldrin. Заходим. Метки стрелы! 21 вес к 21 году! Билли Кэт! Чертовски у меня! Billy looked at me and said, about time, amigo. Grab a gun and get to the window. О, спасибо, бро, спасибо. Отлично, да, вроде того. Начинаем. Опа, опа, опа. Оп. И оп. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Что долго передвигается вообще, капец. Опа! Опа! В голову прям. That's when Charlie got hit. They're catching us in a crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Защитить ферму с тыла теперь. Окей. Ой, зря я тогда взорвал эти бочки. Остудить, сволочь. Давай, отстрелял, отстрелил. Начинаем. Супер. Оп! Рефлекс! Even to Billy. And maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a gallon, Billy shouted. Умри. Get the horses and bring them around. Очень фанно, на самом деле. Так, приведите лошадей из конюшни. Хорошо, сейчас все сделаем. О, секрет. Стинкин Спрингс. Неумолимый Пэт Горемет сделал свою личную целью поимку Билли Кида и его банды конокрадов, которая стала преемником регуляторов. Горемет обнаружил бандитов, скрывающихся в заброшенном каменном фермерском доме Стинкин Спрингс, и окружил его своим отрядом. Компанию Билли в этом убежище составили грязный Дэйв Рудабо, возможно, единственный бандит, который пересекался с такими легендами, как Дэйв Мазер, Бэт Мэстрон, Пэт Гарретт, Уин Эрл, Билли Кит и Док Холидей, а погиб, будучи безглавленным мачете мексиканца. Том Пикетт, Билли Ульсен и Чарли Боудри, чья рука, вероятно, убила Эндрю Картич Робертса в перестрелке у мельницы Блейзера
Боудри не пережил осаду, пуля попала ему в грудь, а когда он проходил мимо окна, остальные садились на следующий день, 23 декабря 1880 года, после того, как грязный Дэйв поднял белый флаг. Пойманные преступники были перевезены в Санта-Фе. А Билли отправился в Месилу, где его приготовили к смерти через повешение. После этого он был направлен в Линкольн, штат Нью-Мексико, для ожидания казни, но ее не суждено было произойти благодаря блестящему побегу из тюрьмы. Отлично, 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 мужики, дальше, дальше, дальше. Нам нужно увезти людей и коней из конюшни, но правда это будет проблематично, Малеху, сделать так. Ну и... Блин. Сюда, да? Так. РБ. Опа! Оп. Оп, блин. Чёрт! 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 Нет, нет! Вот ты хера не успел никому убить! Чёрт, блядь! Чёрт! Блядь! Вот так норм. Хэдшот! Хэдшот! Ай, блин, задолбал. А, у меня револьвер и это... Я возьму револьвер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Щитоносец, щитоносец. Приветствую, дорогой друг, щитоносец. Щитоносец — это прекрасная профессия, но... Он быстро как-то помер. А где, кстати, лошади мои? Лошадки, лошадки, лошадки. О. Офигенная игра! Пиу, пиу, пиу. И. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Пиу, 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 пиу. More of these hapless bastards would pop up. Отлично! Хорошо пошло. Ой, блин, патроны, правда? Пропадают, точнее, трупики пропадают. Это не айс, конечно, не айс, но такая игра, это просто прям, не знаю. Повеселиться, пофаниться, это прям вообще самый сок. И у нас, кстати, второй левел зверолов. Так, глубокий карман зверолова, можно с помощью динамита, патрон, это что такое? Алчность, более высокая, вот это, короче, давайте алчность мы вкачаем и пойдем вперед. Курочки, курочки, курочки. Тут. Куда же мне? Не сюда, вот конюшня наша. Дайте мне лошадку. Ну, мужики, ну дайте лошадь. Лошадь. Без лошади я не ковбой. Честное слово. Охеренно. Это просто что-то с чем-то, а не игра. Гордый, хорош собой, неуклюжий Пэт Гаррет. Дуэль, что ли? Конечно. Я же про пацан. Я прошел Battlefield 3. Я хочу быть. Не знаю, кем. Ну-ка, короче, дуэлянтом. Фокус. Так, РС. Так, так, так. Тихо, тихо, тихо. Фокус, фокус. Фокус, фокус. Фокус, фокус. Когда противник поменяется револьвером, нажмите РТ, чтобы достать свое оружие. Как я погиб?
Фокус, фокус. Фокус. Free for all. Free for all. Фокус, фокус. Шизанокус. Рожа, блядь. Дудская убил. No, boy, that ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. Смысле сначала? Ты чё, снимаешь? Это было не по-настоящему? Ёпты ему. Как так? Stepped inside and. Блядь! Last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just... Получилось! Общий опыт 13090. Врагов убито 66. Точность 63. Любимое оружие. 6 зарядник. Любимая награда в голову. Дуэль за Пэтгаррет. Честно убито. Фокус 98. Скорость 52,9. Бонус опыта 1140. Общее время 1 минута. Продолжить. Да. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to. Bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Oh yeah. Горсть патронов. Называется у нас миссия. И нас, как вы видели, Пит Гаррет просто очачаном. Прям в лицо в этой прикладиной. Ну ок, начинаем игру. Я это контрольная точка. Давайте, наверное, заканчивать первую серию. Подписываемся на канал, дружненько. Ставим лайки. Оставляем комментарии и на этом все. Пока. Удачи. Играть в хорошие игры, скачать обязательно игру или купите. Пока. С вами был Роман, играл Руин Дрангей.